Карим, я так думаю, ты не просто так зашел сюда. Все знают, что я здесь чемпион. Я здесь чемпион. Я номер один на 70 килограмм. Следующий соперник это я. Я выйду и еще раз удострочу его. Все вы знаете, что я его уже удострочил до этого. Я выйду и повторю это. И я не сомневаюсь в своей победе. Тагир, Тагир, вот сейчас ты теперь завоюешь любовь фанатов. Я номер один на 70. Выйдем, говорю, я повторю свой успех. Я чемпион. Есть президент в 70 килограмм. Я с тобой в 70 не имею желания драться. Если ты, только... Ты послушай народ. Кто здесь чемпион? Кто чемпион? Вот. Народ будет судить, кто здесь чемпион. Чемпион здесь спущусь я. В 66. И там подерусь. Я никуда не уходил. Понял. Я пояс забрал, вернулся в свою весовую категорию. А я спущусь в нижнюю и подерусь за пояс там. Будешь ты чемпионом или нет? Без проблем, без проблем. Я сначала поднимусь в свою весовую категорию, потому что я номер один. А я чемпион весовой. Битва взглядов двух чемпионов. Зачем он так себя ведет? Кто ему говорит, что он так себя подрастает? Какой простой? Ты подраться со мной хочешь сейчас? Нет, ты написал, что дали на слова хлеб Толстой на деле выпросту. Ты кому отдал? Когда выложил момент с конференции. Ну вот, парни, на конференцию оставьте это. Давайте. Кому ты адресовал? Что ты хочешь? Кому ты это адресовал? Тебе адресовал. Мне адресовал. Не сейчас. Тихо, спокойно, Дима. Спокойно, Дима. Куда стали? Куда лицо? Куда? Лишнее, Карим, друзья, туда, лишнее! Карим. Это сейчас лишнее, Фазлидин, это лишнее. Вы оба сегодня чемпионы. Насладитесь вашими победами. Пожалуйста. Люди, ассаламу алейкум, еще раз шуму дайте, пожалуйста. Да! Вот кто здесь чемпион. Друзья, я думаю, каждый из вас